Сегодня первый матч, и, может быть, какие-то ошибки на старте поединка, по крайней мере, можно будет поправить. Но кто хочет делать эти ошибки? Сейчас футбол такой, что главное не ошибаться. Поэтому включение с первых секунд важно и футболистам, и тренерам, да и нам, комментаторам, кстати говоря, тоже. И что самое интересное, эти ошибки могут случиться именно тогда, когда ты их совсем, как говорится, не ждешь. Например, при встрече со слабым соперником, поэтому расслабляться ни в коем случае, друзья, нельзя. Такой состав будет с первых минут на поле. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Мяч уходит на угловую. В центр штрафной подан мяч с углового. Ульсон. Попытка с дистанции неудачна. Очень уж далеко было до ворот. Да, это совсем не точно. Напрашивался этот пас. Через центр сложно. Есть шанс выйти вперед. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Мимо мяч проходит, но было опасно. Очень хотят болельщики увидеть гол, но пока что и команда только создает момент. Нет, не дошел этот пас до адреса. Все верно, края надо чаще задействовать. Навес в штрафную. Счет открыт, быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Ну что сказать, голище. Посмотрите, какой кросс в штрафную, а? Великолепная передача, оставалось ее только замкнуть. Ну что сказать, для этого стандарты и отрабатываются на тренировках. Да, исполнено было все идеально, начиная с подачи и заканчивая завершающим ударом. Один ноль. Сейчас будет веселее. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Все, ничего в этой атаке не получилось. Удар от ворот. А нам показывают гол, который вывел команду вперед. Смотрим повтор точного удара головой из предела штрафной площади в левую девятку.
Хорошо мяч перехватили в атаке. Начинали они свою атаку, но потом потеряли мяч. Теперь надо снова обороняться. И удар! Здорово сыграла защита, не прошел этот удар. Фернандиньо. Есть удар! Вратарь! Вот это сейв! Мяч в пределах поля угловой. Сегодня стандарты надо постараться использовать по максимуму. И болельщики это прекрасно понимают. Мяч летит в центр штрафной. Ничего не получилось создать на этом стандарте. Вратарь во всем виноват. И открывается партнер под атаку. И подача туда, в сторону ворот. Отлично, игрок заблокировал этот удар. Потеря, все, в оборону. На секунду бы попозже начать это открывание, может быть, и не было бы офсайда. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Навес на ближнюю. Навесить мяч получилось, вот только адресата мяч. Наносит удар игрок. Легко справляется вратарь с этим моментом. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Ульсон. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. И пробил он поворотом. Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Хороший пас вверх и вперед. Уходит в центр с фланга. Удар поворотом. Такое впечатление, целил в угловой флаг. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Ошибся с передачи, и мяч ушел за пределы поля. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. И подает в штрафную. Спасает вратарь команду. Потрясающая реакция. Удар с такой дистанции было очень тяжело взять. И в центр штрафной. Мяч летит от углового флага. Выбит мяч из штрафной. Семель Жигов. Удар! Такие удары разминка для вратаря.
Фернандиньо. Карде. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Голкипер забирает мяч. Будет навес. Смещается в центр, ищет возможность для удара. Есть удар! Да ну, это совсем никуда не годится. Плохо в обороне сыграно. Отличный удар. Игрок неудачно принял мяч и, соответственно, лишился его. На фланге мяч. Есть свободное место перед игроком. Футбол — быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Чуть помягче надо было сыграть. А так это подарок для вратаря. Ну вот, собственно, и все. Удар от ворот. Можно навешивать. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. До нападающих мяч не дошел. Выносит. Удар! Хорош вратарь. Как классно он с этим ударом справился. Очень-очень здорово сейчас проявил себя вратарь. Самое скопление игроков, угловой подан. Хороший вынос мяча из штрафной. Не точно. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Ушел мяч, аут. Фернандиньо. Арбитр назначает угловой. Мяч летит в центр штрафной. Все просто. Вынос. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Мяч покинул пределы поля. Аут. Глушаков. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Теперь в атаке уже соперник будет. Попытка обострить игру. Навес в штрафную. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. А что так мало? Добавил бы минут 30. Фернандиньо. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде.
уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Отлично играет на выходе голкипер. Да, ни секунды не медлил и все сделал как надо. По флангу идет атака и есть тут свободное пространство. Пас назад. Что же, иногда и так приходится играть. Уходит команда на перерыв. За 45 минут забит один единственный гол. Хороший первый тайм он провел. Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. А у нас начинается второй тайм стартового матча группового этапа. В первой половине были достаточно острые моменты. Будем надеяться, что и вторая оправдает ожидания. Мяч перешел к другой команде. Мяч в аут ушел. Хороший пас верхом в атаку со своей половины поля. Важно играть. Ну же, подавай! Игра остановлена штрафной. Хорошая позиция для подачи в чужую штрафную. Штрафную мяч подает он. Попадает под прессинг. Семель Жиго. Заброс вперед. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Ударище! Фернандиньо. Атака прервалась на подступах к штрафному. Потери и мяч у соперников. Игрок уже готов выйти на поле. Остается только дождаться паузы в игре. На этом все. Атака закончена. Мяч ушел за лицевую. Удар от ворот. Итак, оба тренера решили добавить, что называется, свежей крови. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Хороший вынос мяча из штрафной. Вратарь выходит и забирает этот мяч. Лю Вейдун. Очень хорошо в обороне сыграно. Выбит мяч из штрафной. Чуть помягче надо было сыграть, а так это подарок для вратаря.
Две трети матча сыграно, последние полчаса игры спорта. Неудачный прием и, как следствие, потеря. Так и надо было сыграть, выносит он мяч. Хорошо, успешно, полезно действовал в этом матче он, но тренер его меняет. Навес в штрафную. Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Фернандиньо. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Кулаками играет вратарь, и мяч выбит. Удар по воротам. Угловой приятный бонус, когда ты и так ведешь счет. В центр штрафной подан мяч с углового. Нет, не получает эта атака развития, и придется начинать все сначала. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Ушел мяч, аут. Блокирует защиту удар, собственно, выполняет свою основную функцию. Он провел отличный матч и теперь покидает поле. Реакция болельщиков говорит сама за себя. Да, этот парень из тех, кто может решить исход встречи. Мяч летит в центр штрафной. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Навешивать надо. Помогает вратарю игрок. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Удар. Отлично он играет сейчас. Тактическая замена от одного из тренеров. В усилении играть сейчас явно не нужно. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать тут. Удар! И едва они не вырвались вперед с преимуществом в два мяча. Да, были очень хорошие шансы увеличить счет, но не сложилось. Хорошо играет сегодня в пас. Очень высокий процент точных передач. Фернандиньо. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Хороший пас во фланг. Бездарная атака получилась. Теперь надо снова отвоевывать себе мяч. Лю Вейдун.
уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Может получиться интересная атака. Атака остановлена, но кто получит мяч? Готов тренер замену сделать. Толкается с защитником, но мяч сохраняет. Ужасное исполнение, вратарь с мячом. 8 минут и компенсированное время. Вот все, что остается в распоряжении команды. Штрафную подачу, есть там кому сыграть. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Придерживает мяч и ждет, когда кто-нибудь откроется под него. Плохо сыграно, мяч потерян. Атака через фланг, есть тут свободное пространство. Люк Вейдун. Трибуны явно недовольны решением арбитра. Они уверены, что тут был пенальти. Навес в центр штрафной. Навес находит вратаря. Вряд ли так было задумано. Есть свободная зона перед игроком на фланге. Навес в штрафную. Конечно, такие моменты надо забивать. Что тут говорить? Все болезни, Георгий, и все промахи в футболе, как ты знаешь, они от нервов. Времени мало остается, но случиться в этой игре может что угодно. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Накрывает игрок этот удар. Можно забивать с этого углового и спокойно проводить оставшиеся минуты. Результат игры будет ясен. Удар! Вот это да! Какой удар! Супер! 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 Супер момент и супер гол! Успокойся! Да, с такой дистанции оставить вратаря не удел. Дорогого стоит. Знали, ведь знали защитники наверняка, что нельзя ему позволять бить отсюда. Но проспали. Какой удар все-таки! А, пушка страшная! Доволен тренер. Команда ведет с хорошим запасом. Два-ноль. Отыграться теперь будет труднее. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре в пас. Нет, не дошел этот пас до адреса. Хороший пас верхом в атаку со своей половины поля. И эта атака завершается свистком арбитра. Слишком поторопился игрок. Офсайд. Финальный свисток.
В общем и целом, победа ожидаемая, потому что команды слишком разные по классу. Но любая победа – это приятно. Бесспорно. Действительно, можно только порадоваться за ребят и пожелать им удачи в дальнейших матчах. Он может быть доволен своей игрой. Здорово сегодня помогал команде. Сыграл он здорово, забил очень важный гол, заслужил победу вместе с командой. Тут больше нечего добавить.